большему количеству людей помочь начать жить яркой, свободной, счастливой и интересной жизнью. Встречайте Инга Мишина. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Меня слышно, видно, все хорошо? Отлично. Я поздравляю наш замечательный клуб, клуб международных путешественников, я бы сказала, клуб друзей, клуб единомышленников, семилетие. Я благодарна Майклу и Франку за создание такого потрясающего клуба, такой гениальной идеи. Я всегда называю наш клуб шедевральным проектом в системе, наверное, мультилевел маркетинга. Это вообще что-то революционное в сфере туризма. Поэтому я желаю нашему клубу здравия, благополучия, всего самого-самого наилучшего. И чтобы семимильными шагами мы продвигались вперед и только росли и росли, только как-то размножались по всему миру. Сегодня моя жизнь очень сильно изменилась. 5 лет назад я пребывала в неком замешательстве и в неком, наверное, неопределенности в жизни. Несмотря на то, что у нас в семье было 3 классических бизнеса, мы много путешествовали, у нас большая семья, но не было уверенности в будущем. Была какая-то такая тревога, было как-то не очень спокойно на душе. И если честно, в августе 2017 года я, можно сказать, наверное, сама своими мыслями притянула этот проект в свою жизнь, потому что, сидя дома, я просто послала во Вселенную такой сильный запрос. Я сказала: «Господи, дай мне что-нибудь, не знаю что, но что-то интересное, где тот проект, ту возможность, где я смогу путешествовать по всему миру, иметь очень много друзей, единомышленников и, самое главное, получать деньги на карточку, хорошую зарплату». И вы не представляете, что спустя 3 недели в лице моей подруги в мою жизнь просто южным ветром, ураганом, наверное, не знаю, ворвался инкрузес. Моя подруга вернулась только что с круиза, и когда мы с ней пообщались, она сказала, что есть такой клуб, где ты можешь путешествовать и зарабатывать. И меня, конечно же, заинтересовала возможность сначала зарабатывать, потому что на тот момент мы начинали 3-й свой бизнес, у нас пошли большие вложения, и мы понимали, что буквально 3-5 лет мы, наверное, не сможем себе позволить путешествовать. У нас большая семья, 2 пары родителей, мы одни в семье и 2 дочки. Нас всего, можно сказать, 8 человек. И сегодня из 8 человек в клубе 7 человек. Сегодня вся моя семья путешествует. Прежде всего, на день рождения своей мамы я подарила ей круиз. Мои все вот свекры, родители уже были в 3 круизах. Сейчас свекр со свекровью забронировали себе 21-дневный круиз из Персидского залива в Европу. Моя мама тоже будет по Саудовской Аравии. Сегодня у меня очень много друзей. Команда насчитывает больше уже 2000 членов клуба, более чем в 110 странах мира. Сегодня у меня очень много друзей. Я приезжаю в каждую страну, в каждый город всегда есть люди, которые тебя встречают. И в Армении, и сегодня это и вся Европа. Сегодня, не знаю, куда бы, наверное, Америка сегодня развивается, Испания развивается, Эстония у меня хорошая команда. Во многих странах мира. Сегодня большая команда лидеров, которые появились, за которых я очень счастлива и рада. Всегда радуюсь людям, которые меняют свою жизнь. Когда Оля Русецкая, мой последний национальный директор из Белоруссии, Оля не могла путешествовать, у нее будет путешествие, не было, было еще выступление, не могла позволить себе 12 лет никуда вывозить свою семью. И сегодня этого человека не остановить, она из круиза в круиз. Вообще моя мечта, на самом деле, почему я здесь в клубе, одна из мечт, она у меня появилась буквально недавно, это путешествовать 2 раза в год по полгода. И я знаю, что с клубом это действительно возможно. Потому что наши путешествия, это наш бизнес, это наши возможности, это наше все. Что у меня еще изменилось? Жизнь очень кардинально изменилась. Сегодня действительно есть, вы знаете, вот эта перспектива. Сегодня, вставая каждое утро, ты радуешься этому дню. У тебя есть работа любимая, у тебя есть друзья, у тебя есть общение, у тебя есть коммуникации, у тебя есть путешествия, у тебя вот просто есть яркая, насыщенная жизнь. Это то, что привносит наш клуб в нашу жизнь. Сегодня мы можем с помощью клуба менять наше состояние. И сегодня это подтверждают многие истории ребят, которые сегодня находятся в Украине. Да? И сегодня клуб, наверное, выступает как своего рода вот этой палочкой, да, вот этим ярким моментом жизни, который помогает и вытаскивает людей из сложных ситуаций. И поэтому сегодня действительно я очень благодарна клубу, потому что благодаря клубу, благодарю тому, что у нас это онлайн-бизнес, я позволила именно переехать тоже в другую страну. Сегодня мы переехали всей семьей в Польшу, мы живем в Варшаве. И, в общем-то, этот переезд был благодаря тому, что сегодня есть инкрузес. Если бы не было инкрузес, этого было бы просто невозможно.
невозможно. Сегодня мы все уже были в 3-4 круизах. Сегодня доход, конечно, просто неимоверный. Я, наверное, даже, вы знаете, я о нем мечтала, но никогда не могла себе представить, что я могу зарабатывать такие деньги, получать, путешествовать, общаться с таким большим количеством людей. Поэтому сегодня я благодарю компанию и даже знаю, не то что надеюсь, а я знаю, что это только, знаете, самое-самое начало, и нас ждет неимоверная, яркая, насыщенная, интересная жизнь, жизнь с перспективой, жизнь со светом, да, поэтому все, кому может быть сегодня тяжело и сложно, ребята, присоединяйтесь в наше сообщество, это то сообщество, которое поможет вам быть счастливыми, быть успешными, проявить себя, быть лидерами в своей жизни. Почему? Потому что миссия компании, она именно такова, да, помочь каждому из вас стать лидером, помочь каждому из вас путешествовать, а путешествие – это как раз-таки то, что нас с вами развивает и расширяет, а также помогает проявиться. Дело в том, что это самый простой проект. Если вы пойдете в какие-то другие проекты, вам нужны специальные знания, вам нужно быть медиком, косметологом, финансистом, юристом. Все, что вам нужно здесь, это просто хотя бы отправиться в первый свой круиз. Все, что вас просят ваши друзья и знакомые, а вы были в круизе, конечно же, вы скажете «да», потому что сегодня десятки тысяч людей бронируют круизы и отправляются в свои путешествия, и это только начало. Поэтому здесь, наверное, самое простое место, где вы можете реализовать весь свой потенциал и монетизировать все ваши способности и иметь вот ту яркую жизнь, о которой мы все всегда мечтаем. Всех благодарю. Благодарю Наталью Шевелу за организацию такого мероприятия. Благодарю Любочку Ефремову, которая мне дала эту возможность, рассказала. И благодарю всю свою команду, всех своих лидеров за то, что сегодня мы с вами все вместе и то, что у нас есть сегодня наш клуб, который объединяет нас всех по всему миру. Я очень счастлива. Всем желаю того же. Спасибо огромное, Инга, с удовольствием вас послушали. Желаем вам потрясающего, фантастического года в компании InCruises. Сейчас, друзья, я хотел бы отметить, что наша команда – это не только потрясающие лидеры, которые ведут за собой тысячи и тысячи людей, но еще и очень талантливые личности. И сейчас хочу пригласить к микрофону еще раз Анну Аветисян,